Видишь, что тут спал? У меня африканцы высветились, что они тут, это деревенщины. В Америке это деревенщины. Да? Скажи, ну они африканцы, с Африки. Там у них земледелие, там как не просто деревня. Там. А видишь, меня отпихивали все это время, что ты не с нами, чтобы с ним, чтобы я не общался, что я не вычислил, что они деревенщины, что я с деревенщинами. Что ты за хуй, блядь? Знаешь, я чикен, знаешь, я император. Знаешь? Я Snow White, знаешь? Императрица Саша. А что потом вдруг проблем будет? Знаешь? Что они не расскажешь, как бы, а что, то, знаешь, с ними. Знаешь? Мы с ними там тусуем, знаешь, что там. Знаешь? Там в шелтерах везде, что я с ними, видишь, что я с ними даже не разговариваю. Вы сейчас не знали, что так. А как работало? Вы не знаешь так? А, пират, знаешь, пират, знаешь. Вы не знаешь так, говорят, вы. Скину, бля. Сейчас не могу скинуть. Вам молодцы. Вот сейчас индийскому потом надо все, африканцам то, что я сказал, надо сделать, знаешь. Я выкуплю где-нибудь, знаешь, что я сделаю? Не, надо не выкупить, надо им построить эти. Поля выкупить. Знаешь? А вообще же здесь земля бесплатная, а надо именно купить, что это, то есть купил, это значит, что, что как у государства здесь, грубо говоря, купил, вот смотрите, конституцию, как последующий африканский союз, вы сейчас поняли, купил, это значит, что ни один не может там строить, что у государства США ты купил это и забор обязательно поставил, сейчас, а так, что туда могли выйти, там строить, кто хотят, что хотят, забор себе поставить, не покупаю, государство, все! Полицаи, вы додики совсем тупые, они, ну мы запрещаем государственную, нет, выкупил у государства, значит, у населения выкупил, что как бы, что нельзя там строить. Что вот, поле вышел, тут по конституции, можно везде строить себя, взял разрешение, спрашивает, строишь, забор поставил, что туда нельзя входить, повесил эту, повесил надпись. Где угодно и сколько угодно, сколько забор придешь, а это просто вот я где-нибудь там, вот там, знаешь, что себе потом через год построю. А вдруг кто-нибудь там построит. Иду в мэрию, говорю, я вам плачу там $1 миллион за эту землю, чтобы там кто-нибудь что-нибудь строили, и забор сам ставлю там. Ни хрена себе. Не, а забор я найму там кого-нибудь. Ну а нахуя вообще это делать, если что, забор взял, сам так поставил, знаешь, и все. А он что, забор поставит, а там все равно кто-то... Соответственно, даже если забор есть, а дома нет, там все равно могут строить...